Пандемия коронавируса продолжается уже второй год. Это нелегкое испытание для жителей Каспийской республики Дагестан и для всего мира в целом. Ведь все мы желаем жить как раньше, жить полной жизнью, ходить на работу, проводить время с семьей, встречаться по вечерам с друзьями в теплой компании, без масок и перчаток. Для того, чтобы спокойно наслаждаться всем этим, необходима защита. Единственным выходом на сегодняшний день является вакцинация населения. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вакцина спасает от болезней от 2 до 3 миллионов жизней людей. Согласно статистике, прививку от коронавируса в Каспийске поставили уже около 4 тысяч человек. В Российской Федерации разработано и зарегистрировано множество вакцин, которые помогают предотвратить распространение коронавируса. Среди них «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Врач поликлиники Центральной городской больницы Каспийска Мадина Хасбулатова рассказала нам об одной из них. Кроме того, нашей съемочной группе удалось запечатлеть процедуру вакцинации. К нам в недавнем времени поступила новая вакцина. Название данной вакцины – «Эпивак Корона». Она, в принципе, ничем не отличается от предыдущей вакцины «Гамковидвак», второе название которой – «Спутник Ви». К нам поступила данная вакцина в количестве 230 доз. За вот эти трое суток мы вакцинировали уже 30 человек. В общем, данный препарат переносится неплохо, никакой реакции такой патологической мы не замечали. В принципе, противопоказания те же самые, то есть если у человека в анамнезе имеются аллергические реакции, тяжелые аллергические реакции по типу анафилактического шока либо отека квинки, то данная вакцинация недопустима. Как видите, поставить прививку и защитить самих себя от опасного вируса несложно. Для этого достаточно прийти в городскую поликлинику в 36-й кабинет и провакцинироваться. Уважаемые граждане, я рекомендую вам вакцинироваться, так как это надежный способ защитить себя, своих близких, своих родных от данного заболевания.